В Армении задержали еще одного генерала. На этот раз арестован экс-начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Армении Армен Арутюнян. Он обвиняется по делу о поставке непригодных боеприпасов. По версии Службы национальной безопасности, Арутюнян содействовал в закупке негодного для армии вооружения. В результате армянская армия получила крупную партию оружия и боеприпасов, не соответствующих техническим требованиям и характеристикам. Подчеркивается, что ущерб от такой операции превысил 2 миллиона 200 тысяч долларов. К тому же выяснилось, что боеприпасы использовались также во время 44-дневной войны, и это не позволило выполнить боевые задачи. Обвинения также предъявлены директору и собственнику фирмы-поставщика.